ja nüüd juba ootan siia Roman Kozuhovskit, Nõmmekalju peatreenerit, et siis ka tema kommentaarid saada. Strasuti Roman, после пюргполудальонне споля у вас это была отличная возможность на выиграть, но только на финишняя прямо это получилось. Что бы вы сказали? Ну, я сказал, что в первую очередь у команды есть характер, потому что, если вы помните, мы таких в сезоне очень много игр на последних минутах выигрывали, поэтому это говорит о том, что это сплоченный коллектив один, это одно целое, это семья. И когда такие взаимоотношения, когда игроки играют друг за друга, такой результат есть. Я думаю, что если бы даже не было удаления, мы бы сегодня выиграли бы. Теперь какая ваша цель, главная цель на сезоне? Второе место? Ну, главная цель, вы у меня вчера брали интервью, я вам сказал, что наша главная цель – это игра в кубке в среду, а потом игра с Курасарами. Но сначала нам нужно сконцентрироваться именно на игре в кубке. А после 36-го тура мы посчитаем очки. Ну, такой принцип наш. Окей, спасибо вам большое. Ja kiire tõlge ka, mida siis Roman Kozuhovski ütles, et palju kordi on Kalju sellel hooajal näidanud just seda, et viimasel minutil lüüakse need väravad ära, kas viigivärav, võiduvärav ja näidati seda ka seekord. See näitab, et meeskonnal on üks hing, see näitab, et meeskond on nagu üks pere ja see väljendub ka tulemuses. Ja kui ma küsisin, et mis on siis tema eesmärk, põhieesmärk hooajaks, kas teine koht siis osavalt Roman Kozuhovski põikles sellest vastusest kõrvale ja ütles, et ei, esimene eesmärk on kolmapäevane karikamäng ja seejärel laupäevane mäng Kuressaarega ja punkte loetakse hooaja lõpus, aga nüüd...